В очереди уже 7 лет. Татьяна с мужем подала заявление на получение социальной выплаты для погашения ипотеки еще в 2012 году. Таких семей в Барнауле больше 5000. Они объединяются и просят помощи буквально везде, чтобы наконец получить заветный сертификат. Мы как-то встречаемся, анализируем ситуацию, обращения пишем там и в федерацию, и в краевые бюджеты, и в городские, на слушания городские ходим. А в этом году у нас... Мы обратились на прямую линию к Владимиру Владимировичу Путину. За последние 5 лет в нашем крае и в нашем городе выдают по 40-45 сертификатов в год. В этом году на город Барнаул выделено 26 сертификатов. Финансирование сократилось за последние 5 лет в 15 раз. В эфир не пробились, но получили ответ письменно. Финансируют сколько могут, бюджет края уже не в силах помочь, а в федеральном центре сами решают, каким регионам сколько дать. Хотя если в прошлом году осчастливили 26 семей, то в этом выдали сразу 120 сертификатов. Поэтому, например, эта семья быстрее продвинулась в списке. В 2018 году нам присвоили очередь. 241 мы были в 2018 году. Было выдано малое количество сертификатов, и, то есть получается, что мы никуда не попали, то есть даже не в сотню. Сейчас мы по очереди 134. Ну, пытаемся, ждем. Лариса, муж и четверо детей живут на 12 квадратных метрах. Они уже несколько лет ждут жилищный сертификат, чтобы купить, наконец, хороший дом. И это при том, что им в каком-то смысле проще, многодетные в приоритете. А вот семья Татьяны в разряд многодетных не попадает, и поэтому остается просто ждать. 2 года, ведь программа рассчитана на участников не старше 35 лет. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.